30 марта в Военно-историческом музее Великой Отечественной войны состоялось торжественное заседание, посвященное первой годовщине создания клуба «Патриот». Ребята занимаются поисковой, исследовательской работой, они ухаживают за памятниками. При музее создана школа юного экскурсовода, то есть они уже проводили ряд мероприятий, экскурсий самостоятельно. Вот. Ну и вы сегодня, наверное, обратили внимание, как много интересных личностей к нам пришло. И все они пришли с подарками, с экспонатами, которые тоже будут размещены обязательно в экспозиции музея. В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны ДНР, Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР, Союза ветеранов Афганистана ДНР, члены общественного молодежного движения «Патриоты Донбасса», а также учащиеся 30-й и 101-й школ, образовательного лицея номер 22 и другие участники. За время существования клубом была проделана большая работа, которая направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения в республике. Проведено 12 заседаний клуба, в котором приняли участие более 2000 человек. Мы также проводили уроки мужества совместно. Мы увековечили память с клубом «Патриот» Всеволоду Петровскому, журналисту. То есть и достаточно много таких направленностей именно в патриотическое воспитание молодежи. Очень хорошие ребята, очень хорошие. Они главное, что на сегодняшний день горят этим всем. Вот это самое сейчас на сегодняшний день действительно тот момент, когда мы не должны его упустить. Также на встречу пришли бойцы армии ДНР, которые в настоящее время стоят на защите родного края. Эти ребята не кричат на каждом углу, что они патриоты, но в их словах, во взгляде читалось то, что называется любовью к своей родине, своему народу. После торжественной части с теплотой и трепетом было прочитано стихотворение учеником 101-й школы, посвященное военным событиям. Кто шагает дружно в ряд? Патриотов наш отряд! Кто шагает дружно в ноги? Патриотов наш народ! Я против охоты и травли зверей, за мир без насилия, я на земле, за то, чтобы жили мы счастливы все, за то, чтобы нам не пришлось воевать. И чтобы рука не подняла стрелять ни в птицу, ни в зверя, ни в человека от этого дня до последнего века. За равенство, братство и дружбу народа, чтоб все в этом мире имели свободу, чтоб не было нищих и бедных, голодных. Также донецкий автор-исполнитель Владимир Пшеничный исполнил под аккомпанемент гитары всем известный и полюбившийся гимн Донбасса. Гордо, на знаменах у нас это остров свободы, патриоты. Донбасс! На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, стать истинными гражданами нашей республики подрастающее поколение сможет, ведь в их сердцах горит огонь любви к своей родине. Виктория Любимова, Вячеслав Богайчук, Новороссия ТВ.